2023 году в России еще больше упростится процесс обмена бумажными документами. К этому времени, например, прикрепить ребенка к поликлинике, распорядиться материнским капиталом или оформить европротокол можно будет из любой точки мира через интернет. Специалисты Минкомсвязи разработали 25 онлайн-суперсервисов, которые затрагивают все сферы взаимодействия граждан и государства. В настоящее время уже разработано 10 прототипов. Со всеми из них можно ознакомиться на портале госуслуг, госуслуги.ру. То есть там можно ознакомиться с видеопрезентацией каждого суперсервиса, посмотреть, соответственно, как суперсервис предполагает, как он будет в будущем работать. Соответственно, и также там есть возможность подать есть форма обратной связи. В следующем году 10 суперсервисов заработают в качестве пилота в нескольких регионах страны. Один из них связан с поступлением в ВУЗ. С инициативой создать такой сервис в прошлом году выступила Ульяновская область. К тому же подобный опыт приема документов у абитуриентов через онлайн-платформу применяют в Ульяновском государственном университете. Автоматизированная система была введена в ВУЗе в 2004 году. Будущий студент через официальный сайт заполняет заявление и прикрепляет все необходимые документы. Техническому секретарю приемной комиссии остается проверить правильность и наличие всех компонентов. Система простейшая, практически исключены все возможности допустить какую-либо ошибку. Есть грамотно поставленный калькулятор специальности, то есть при выборе определенного образования абитуриента выдаются определенные специальности к выбору направления. При выборе определенных ЕГЭ выдаются тоже определенные специальности по выбранным ЕГЭ. За последние 2 года все студенты ЛГУ подали документы онлайн. На самом деле намного проще подать документы онлайн, потому что ты заполняешь необходимые поля, и заявления распечатываются уже заполненные, остается только поставить подпись и отсканировать. Я считаю, это намного удобнее, чем приходить и подавать документы, стоять очередь и сшивать свое дело. К следующей приемной комиссии система поступлений в опорный вуз через интернет планируют улучшить, добавить для студентов поощрения и бонусы, начиная с пресловутых блокнотов и ручек, заканчивая автоматами на экзаменах. Рената Лиулова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.